Добрый всем день, добрые зрители, доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Сегодня у нас экстренный выпуск. И опять боль. Боль маленького щеночка, мальчика, Локки. Так я решила назвать мальчика, Локки. Вчера, находясь в приюте, мне позвонил молодой человек и, узнав мой номер и о том, что я в этом городе помогаю бездомным животным, попросил помощи. Позавчера, возвращаясь с работы поздно вечером, он услышал душераздирающие крики маленького щеночка. Это было в районе металлочермет-базы. Есть у нас такая. Он очень долго, включив фонарик, искал и в одной из трубе нашел вот такого вот маленького чудо-ребенка Локки. И попросил помощи. Принеся домой, он понял, что ребенок не стоит на задних лапках. Я очень долго вчера думала, чем я могу помочь в данной ситуации. Я поделилась роликами с несколькими своими подписчиками и поняла, что я не смогу пройти мимо чужой беды. Тогда я буду не я. Вечером мы с нашими волонтерами поехали посмотреть Локки. Но днем я поделилась видео с Николаем Николаевичем, на что Николай Николаевич сказал, что в данной ситуации, конечно, важна каждая секунда. Как бы желательно после травмы должно пройти не больше 48 часов, так как шансы тают с каждой секундой. Я хочу поблагодарить вас всех-всех искренне, что вы с нами. Что вы, как и я, вместе со мной помогаете, спасаете этих милых, несчастных пушистиков. Локки. Локки от роду месяц. Взяв на руки это очаровательное маленькое существо, я поняла, что мы должны попробовать дать ребенку шанс. Я против любого усыпления, я всегда говорю об этом. Я не смогу взять на себя такой грех, хоть и на ребенок. Но такой грех я на душу не возьму. Моя такая большая дружная семья. Этот экстренный выпуск. Я обращаюсь к вам. Давайте поможем всем миром спасти этого маленького. Маленького малыша. Я не знаю причину характера травмы. Может быть, это врожденное. Но если бы это было врожденное, я думаю, если щенок жил на улице, он бы давно уже стер себе лапки в кровь. И он не смог бы выжить один в таком состоянии. Потому что щенок абсолютно чистенький, упитанный. Как он там оказался? Никто, конечно, сейчас нам не ответит на этот вопрос. Но я обращаюсь к вам. Такая моя большая уже дружная семья. Нам очень нужны финансы на этого малыша. Вы знаете, что у меня сейчас в клинике находятся две тяжелые собаки, это Оззи и Арчи. Также в клинике находится Ярик на реабилитации. Финансово это очень затратно и дорого. Ребенку надо делать МРТ, Николай сказал. Друзья, вас у меня 3000 человек. Я прошу каждого откликнуться на горе маленького Локки. Помогите нам спасти и дать шанс этому маленькому малышу быть полноценной собакой. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.